Добрый день еще раз. Добрый. Добрый. Добрый Бог. Ну, если он в этом дне присутствует, тогда день тоже добрый. Аминь. А Бог присутствует везде, поэтому он добрый. Я сразу скажу, что то, что я буду говорить, это мое понимание, мои мысли. Ну, я понятно, что буду основываться на Библии в любом случае, но все равно это мое понимание, мое видение. И если ты будешь не согласен с этим, у тебя есть такое право, может быть, не согласен, лишь бы тебе помогало, как говорится. Ну, поэтому ничего страшного, если у кого-то будет другое мнение. Проповедь Евангелия началась от Иоанна Крестителя, да, он был первый, который в Новом Завете начал проповедовать Евангелие. Он в начале своей проповеди сказал, что людям, что они должны покаяться, или другими словами, они должны изменить свой образ мыслей, потому что покаяние означает перемену мышления. И в качестве основания для покаяния он говорит, что покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. И вот, что такое Царство Небесное? У кого какие ассоциации с этим словом возникают? Царство Небесное. Что это? Покой, свобода. Царство Духа. Где есть Царь Иисус Христос в том человеке. И вот он говорит, что покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Измените свой образ мыслей. Он не говорит, что покайтесь, потому что приблизилось к вам ад, или наказание, или мщение, или что-то другое. Но вот именно Царство Небесное, приближение Царства Небесное, по мнению Иоанна Крестителя, является основанием для покаяния и двигателем таким. И вот сегодня я задаю этот вопрос в начале, что такое Царство Небесное, и в конце я, наверное, этот же вопрос оставлю, посмотрим, что же все-таки такое Царство Небесное. Потому что я хочу сегодня говорить об этом, и вот рассуждать, и размышлять о том, что такое Царство Небесное. Потому что я на самом деле раньше всегда тоже привык думать, что Царство Небесное – это место, где, как сказал Володя, это одна аллилуйя. Сплошная. То есть там все хорошо, там все ровно, там никаких соблазнов, никаких искушений, никаких подвохов, нет. Там просто вот царство и все, и царь, и ты царствуешь, и все хорошо, и всем хорошо. Но когда я начал изучать, что это такое, у меня чуть-чуть другое начало открываться. Я начал представлять, например, допустим, Царство Небесное или Царство Божие – это та территория, где царем которой находится, является Бог. И что это за территория? Если мы, например, сравним на наше земное сравнение, допустим, любую страну возьмем какую-то, да, например, Россию, да, и вот царем России является там кто-то, да, царь. Вот. Но территория России, где, у которой есть царь, и где он главный, и где его законы этого царя и уставы этого царя являются основными, на этой территории есть же не только Кремль. Да? У нас же Россия не только из Кремля состоит, где сидит царь, где сидит его команда, где он сам живет, но на территории, на нашей большой страны находится еще много чего. Находятся заводы, фабрики, да, находятся парки и Самара находится, да, и даже тюрьма находится на этой территории. Тогда получается, что царство, где сидит царь в Кремле, не заключается только в стенах Кремля. Еще, оказывается, есть и тюрьма. Есть еще, оказывается, и место, где нужно работать, и так далее. Тут куча всего, чем можно приводить в пример.
И тогда, если смотреть на, ну, и все, на все, на всем этим есть один человек, который глава всего этого, который царь. При этом присутствуют вот эти вот разные моменты. И вот с Луки начнем. Лука 17 глава. Двадцатый стих, 21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал он, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь, или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». И здесь Иисус говорит, что Царствие Божие, оказывается, есть внутри человека. И получается, что вот это целое... страна огромная, да, которую я сейчас вот описал, где царем является кто-то, один человек. Или в данном случае Иисус говорит о том, что Царство Божие – это там, где царем является Бог. Оно находится внутри человека. И тогда получается, что каким образом оно может внутри нас находиться, это Царство Божие. Получается, что Царство Божие – это... некая духовная сфера, куда мы можем войти и которая может быть внутри нас, где царем является Господь, где его уставы, его законы являются превыше всего, и где он является тем, кто доведет исполнение вот этих вот своих законов и уставов до конца, где другого господина нет, где нет такого конкурента, который бы, хотя многие пытаются, и дьявол тоже пытался быть вторым господином, быть конкурентом, там, где царем является Бог, но все равно победа будет на стороне того, кто сильный, на стороне того, кто является царем, законным, и как бы кто ни хотел, правда будет на стороне, и победа будет на стороне того, кто является царем Царствия Небесного. И поэтому здесь Иисус, он начинает готовить людей вот к пониманию, что же такое Царствие Небесное, потому что люди в тот момент ждали Божьего Царства, как будто бы оно будет выглядеть таким образом, что придет Бог или посланный от Бога на землю, они его воцарят, и он на земле сделается царем, который наведет такой порядок, который уничтожит всех врагов, и народ израильский, вот у кого будет такой царь, будет жить вот в таком Божьем царстве. Они ждали вот это царство такое, оно было в их понимании таким, что должен прийти царь от Бога и устроить вот это царство. А Иисус им говорит, что оно внутри вас, оказывается, это царство, что оно не где-то, и не надо его ждать откуда-то, потому что он говорит, что если вам даже скажут, что оно где-то там или где-то здесь, он говорит, оно внутри вас. Не верьте, если вас будут направлять искать это царство небесное куда-то. Нужно его искать внутри. То есть вот эта вот духовная сфера, в которой мы все находимся, она является сферой, где царем является Господь. И дальше, вот здесь же в Луке, в 18 главе, чуть-чуть дальше, Иисус начинает немножко открывать смысл и качество Царства Небесного. В 18 главе, 15 стих, здесь была история, где к Иисусу приносили младенцев, чтобы он прикоснулся к ним, а ученики были против. А Иисус говорит, что пустите детей приходить ко мне, потому что таковых есть Царствие Божие. Таковых. И истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И почему сравнение с ребенком здесь? Потому что ребенок – это тот, кто с легкостью может принять
воздействие взрослого человека на свою жизнь. Тот, чье мнение не может противостоять мнению более сильного и более авторитетного. Ребенок, он очень восприимчив и предрасположен к тому, чтобы вот как вот тот мягкий пластилин, которым можно управлять и из которого можно что-то лепить. Это тот материал, который легко поддается воздействию. И поэтому вот дети, вот это их качество, я не думаю, что здесь Иисус имеет в виду, что как дети, это безгрешные и безобидные. Я думаю, не об этом идет речь, потому что дети далеко не безгрешные и не безобидные. Потому что вспомните себя, когда вам запрещали родители пальцы совать в розетку, вы еще с большей охотой искали, как это сделать. И на самом деле дети по своей природе очень жестокие. И у меня мать работает в детском саду, в 45 лет она мне рассказывает такие истории, которые делают дети, и это там уровень более-менее до 7 лет, дошкольный, что ты думаешь, что и это все ребенок такое делает, какие коварства, какие планы они вынашивают. Поэтому не в смысле беспорочности, здесь Иисус говорит, что беспорочные, вот они наследуют Царствие Божие, а именно те, которые будут способны меняться, с которыми можно будет работать, на которых можно будет влиять и которых можно будет перевоспитывать. И поэтому Иисус это качество приводит взрослым. Он говорит, вот дети такие, вы можете на детей влиять, вы их наказываете, вы их поощряете, вы им прививаете какие-то ценности, и они учатся от вас, и вы являетесь взрослым, да, для них примером. Вот. И также такое нужно иметь понимание и поведение по отношению к Царству Небесному, которое приблизилось. Дальше. Там история идет в этой же 18 главе про богатого. Иисус говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Почему трудно? Потому что по этой как раз причине, потому что богатый человек, он не хочет конкуренции со стороны другого человека, который бы имел влияние на свое богатство, распоряжаться своим богатством. Вот он, есть у него что-то в кубышке, есть у него какое-то определенное богатство. И он является господином этого богатства и не хочет, чтобы у этого богатства был еще какой-то господин, чтобы еще кто-то мог распоряжаться тем, что у него накоплено, где только он один хозяин. И здесь понятно, что эту историю мы много раз слышали, и нам говорили, что по словам богатство может являться все что угодно. И я на самом деле тоже так понимаю, что богатство это просто что-то ценное для тебя, чем хочешь распоряжаться только ты. И что в этом богатстве, я не знаю, все что угодно может быть. И поэтому у ребенка такого богатства нет. У него ребенка нет того, чем бы он распоряжался, и что принадлежит ему, и он этим обладает, и никто не может этим больше распоряжаться. У ребенка нет. Поэтому Иисус говорит, что вот трудно богатому, потому что если ты не откажешься от того, чтобы в твоей жизни был господин еще кто-то, кроме тебя, тогда очень трудно, чтобы ты воспринимал учение, которое тебе проповедуется. Очень трудно, потому что ты царь сам в своей жизни, ты царь сам над своим богатством и не хочешь пускать в свою жизнь второго господина. Поэтому трудно, поэтому борьба. И человек вот с таким богатством должен принять однажды решение для того, чтобы Царствие Небесное, которое к нему приблизилось, оно должно побудить его изменить образ мыслей, как говорит Иоанн Креститель, что изменить образ мыслей, потому что приблизилось Царствие Небесное. И я сейчас вот начну с Матфея немножко раскрывать, как я вижу, что такое Царствие Небесное, как я вижу по Библии. И мы откроем Матфея 13 главу.
13 глава, 19 стих. Написано: ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Это притча о сеятеле. Очень знаменитая притча, все вы ее знаете, я не буду ее читать. Где в самом первом, в самом начале Иисус говорит, так, приводит такой пример, что вот к слушающему слово о царстве приходит и непонимающему. То есть тот, кто слышит, слушает слово, но образ мыслей своих не поменял. То есть не покаялся, остается со своим пониманием, со своим восприятием всего, что он видит, всего, что он слышит, со своим богатством. И вот к такому человеку, который все это слышит и не хочет понимать то, что ему говорится от Бога, говорится о Царстве Божьем, к нему написано, что приходит лукавый. Лукавый и похищает, забирает то слово, которое ему проповедуется. И здесь не говорится, что может прийти лукавый, что может быть придет, может не придет. Написано, что точно приходит, обязательно. Это значит, что он ждет того момента и ищет того человека, которому проповедуется, который слушает и не хочет ничего понимать, не хочет думать. И здесь написано, что слушающий и неразумеющий. Это значит... Не говорится, что тот, кто слушает, и может понять. Потому что мы можем сказать, что, может быть, кому-то не дано понять. Кто-то может понять, кто-то не может. Здесь так не написано. Здесь написано, что который просто не думает, не хочет понять. Тогда бы было, получается, неравенство, несправедливость, что проповедуется слово, то, которое человек понять не может. Может, просто не хочет. И здесь написано, что вот неразумеющий не потому, что не может понять, а потому, что не хочет. Потому что покаяние – это у покаяния основа – это воля человека. Сначала человек изъявляет свою волю в том, чтобы покаяться, и потом оно только может произойти. Без воли человека, без его желания, без его согласия, без его нужды – и поиска покаяния произойти не может. Как это может произойти? Человек не хочет менять мысли, не хочет менять ничего в своей жизни, никакой образ жизни. Поэтому и мысли у него от чего будут меняться. Но это происходит тогда, когда человек свою волю ставит на то, что он способен, что он готов им поменять все-таки свое мышление. Сделать так, чтобы Бог дал другие мысли, другие взгляды на вещи. И принять это, и уже искать в своей жизни новые смыслы. И здесь написано, что вот лукавый приходит и забирает. А в этой же притче дальше написано в конце, вот последний вид почвы. Слышащий слово и разумеющий, это 23 стих. Написано, что он бывает плодоносен, он бывает полезный. Полезный человек не паразит, не эгоист, не тот, кто ищет только свое удовлетворение, свои удобства, свое наслаждение. Да? Написано, что он полезный, плодоносным становится. Что такое плодоносный? Это когда ты сам полный и можешь наполнить еще кого-то. И всего лишь навсего это тот, который слышит и понимает, и хочет понимать, что ему говорится, хочет размышлять над тем, что Бог ему говорит. Вот, здесь начинается вообще 13 глава от Матфея, начинается вот здесь притчи о Царстве Небесном. Здесь их очень много, я все не буду рассматривать, но несколько мы посмотрим. Дальше 24 стих, здесь идет притча о плевелах. Другую притчу предложил он им и говорит: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелой, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки
сказали ему: «Господин, не добро ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевел?» Он сказал: «Враг человек сделал это». Рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевела, вы не вытергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И здесь написано, что Царство Небесное, то, которое мы думали, да, сначала, что это вот это вот отсутствие искушений, отсутствие всего плохого, да, так скажем, отсутствие каких-то искушений и соблазнов. Здесь написано, что Царство Небесное вообще обратная история, что вот в этом Царстве Небесном написано, что человек посеял доброе семя. Но в этом же Царстве написано, что пришел враг и посеял другое семя. Он написано, что он посеял плевел и ушел. И потом взошла в этом Царстве Небесном, взошла пшеница и взошли тоже плевелы. Получается, что не все так безоблачно в Царстве Небесном, что там не только пшеницу посеяли, там еще есть присутствие врага, какого-то врага. Здесь написано, пришел враг, человек и посеял плевелы. И ученики не поняли значения этой притчи. Иисусу потом пришлось им объяснять значение этой притчи. И с 36 стиха он им ее объясняет. И он им объяснил почти все, что сказал в этой притче, кроме одного момента, что каким образом вот эти вот плевелы, когда человек их будет выдергивать, он может каким-то образом по ошибке выдернуть пшеницу вместе с этими плевелами. Он говорит, что сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны царства. А плевелы – это сыны лукавого. Вот в Царстве Небесном есть не только сыны царства, еще написано, есть сыны лукавого. Враг, посеявший, есть дьявол. Представляете себе, в Царстве Небесном, где даже дьявол есть. А жатва есть кончина века. Жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают их, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. Откуда соберут соблазны и делающих беззаконие? Здесь написано. Соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. Получается, что оказывается, что Царство Божие есть соблазны и есть беззаконие. Тогда что это такое Царство Небесное? Что это такое Царство Божие, о котором мы думали, что это полный кайф, да, полный отдых? Оказывается, там не все так просто. Оказывается, там есть враг, есть присутствие кого-то, кто будет тебе мешать и будет тебе вредить. И здесь написано, что вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И это не об аде говорится, где будет плач и скрежет зубов. Оказывается, что в Царстве Небесном есть еще и ад, куда будут вергнуты те, кто делает беззаконие. И тогда я задаю вопрос, а что же тогда такое это Царство Небесное? Царство Божие. Получается, что если я раньше думал, что Царствие Небесное – это рай, тогда получается, что это не рай. Это просто то место, где царствует Бог. Это то место, где Он является царем и повелителем. И на самом деле Иисус, Он является царем. Он является царем царей, который после того, когда был распят, Он был в темнице. Был в темнице духов, написано, и проповедовал там. Он спускался в темницу духов и был там царем. Почему? Потому что он царь всего. Он царь всего, что он создал. И поэтому вот это Царство Небесное, это просто, я так понимаю, что то, где Бог является царем. Если ты находишься
внутри вот этой каши, внутри соблазна, внутри искушений и тоже внутри присутствия Божьего, может быть, ты и испытываешь присутствие Божье в том плане, что ты испытываешь мир, и любовь его, и прощение, но это не достижение конца. Это продолжение борьбы и продолжение работы Бога в твоей жизни, потому что там, где Бог является царем, будут проблемы и будет борьба, и будет процесс изменений. И именно об этом мне вот эта притча говорит, потому что как могли люди ошибиться, когда выдергивали плевелы, выдернуть вместо плевел пшеницу? Очень просто для меня, однажды я это понял. Плевелы – это мы все. Это мы все, когда мы родились. Плевелы – это то семя, которое было посеяно лукавым в Эдемском саду, где мы по природе все являемся плевелами, когда рождаемся. Но благодаря работе внутри Царства Божьего, внутри вот этого процесса, который Бог хочет нам, с нами, чтобы произошел, мы можем переродиться и стать пшеницей. Это процесс нового рождения. И поэтому, когда люди, те, которые бы выдергивали плевелы, выдергивали бы нас раньше, когда мы и плевелами являлись, тогда бы они нам не дали шанса переродиться. Тогда, если ты сегодня считаешь себя рожденным свыше человеком, если бы тебя выдернули до того, как ты им стал, получается, кого бы они выдернули? Они выдернули бы тебя, рожденного свыше. То есть, выдергивая, другими словами, уничтожив сегодня какого-то грешника, который не ищет Бога, который является по природе вот этим плевелом, но завтра может быть покаяться, и завтра может быть изменится его образ мыслей, то если ты его сегодня уничтожишь, получается, ты уничтожаешь завтрашнего христианина или того, кто, о ком в Библии говорится, является пшеницей. Вот, поэтому здесь вот эта притча для меня начало того размышления, что же все-таки такое Царство Небесное. Оказывается, что там есть страшные вещи, да, мы читаем, и это все. Иисус говорит, что Царство Небесное, оно вот такое, оно подобно и перечисляет чему. В 31 стихе в этой же главе он им иную притчу предложил, маленькая притча, он говорит: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». И вот эта притча, она недалеко ушла от притчи о сеятеле. Здесь в притче о сеятеле, вот, когда я начал говорить, вот, 4 стих. «Когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то». А когда Иисус объясняет он эту притчу, он говорит, кто эти птицы, которые поклевают. Это лукавый, который пришел и забрал слово у того, кто не разумеет, не понимает, не хочет понимать. И здесь Иисус в притче о сеятеле под птицами подразумевает лукавого, дьявола, который... Лукавый – это его дословное значение. Лукавого – это искажение истины, лукавство. То есть это не прямая ложь, а это взятая за основу истина, просто измененная и искаженная. Так, чтобы ты не мог понять обман, в чем обман. Поэтому дьявол, он не врет напрямую, он врет очень хитро, взяв за основу истину, подкладывает туда ложное значение. И поэтому вот в этой притче написано, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. И горчичное зерно в Новом Завете, сам Иисус, он говорит, что вера наша сравнивается с горчичным зерном. И он говорит, что если бы ваша вера была с горчичное зерно, то вы бы там горы двигали. Да? И вот и здесь вот написано, что вот вера, которая... Горчичное зерно, которое является нашей верой, которое вырастает, становится большим деревом. И вот под этим большим деревом нашей веры
оказывается, могут укрываться, здесь написано, те, которые прилетают и воруют слово птицы. То есть, о чем мне это говорит, что ты будешь, можешь быть верующим человеком, и твоя вера может вырасти и достигнуть больших размеров, не знаю, как их мерить, но здесь написано, что из зерна оно превратилось в дерево, то есть вера, она выросла каким-то образом. И находясь вот в такой большой взрослой вере, написано, что не будет все безоблачно, не будет все у тебя ровно, ты не будешь вот идти по жизни, прям по вере, не касаясь земли, воды, просто идешь, у тебя вера из такого выросла, там, не знаю что. Написано, что вот в этой вере будут прятаться птицы небесные. То есть вот те птицы, которых сам Иисус сравнивает с теми, которые воруют, с теми, которые клюют. То есть всегда ты будешь находиться и под атакой, под таким напряжением и под таким давлением со стороны врага, который будет, даже когда у тебя вера будет такой большой, все равно будет опасность того, что остановишься на миг, начнешь, как Давид, да, мы недавно слышали про него, расслабишься, не пойдешь на войну, и вот она, птица, которая внутри твоей веры поселилась и склевала то, что предназначено для того, чтобы плодоносить. И это описывается, чему подобно Царство Небесное. Еще одна сторона вот этой вот темы, о которой я говорю, еще одна сторона Царства Небесного, еще одна ее как бы характеристика. Дальше. Сейчас. Тут же в Матфея, 13 главе, в этой же, 47 стих, здесь написано притча о неводе. «Еще подобно Царству Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Это то, чему подобно Царство Небесное написано. Написано, что оно подобно неводу, который закинули в море и который выловил рыбы. Здесь не написано, что он выловил хороших рыб. Всякого рода написано. Всякие рыбы были. И когда их вытащили, написано, что все хорошие собрали сосуды, а худое выбросили вон. То есть в Царстве Небесном могут находиться не только хорошие, не только, ну, образно говоря, хорошие, да, не только вот что-то вот такое в нашем понимании доброе, положительное, да, вот беспорочное такое вот, не придерешься. Только оно будет находиться в Царстве Небесном. Мне написано, что в Царстве Небесном оно всех ловит, всех там находится. Там написано, что рыбы попали туда все, всякого рода, не только хорошего и плохого. Просто потом, внутри уже Царствия Небесного, происходит вот эта работа с тем, что там находится, по отделению хорошего от плохого. Так же, как будет отделение плевелов, вот в той притче, да, выше, о которой мы говорили. Также и здесь будет работа по внутри Царства Небесного, по отделению. То есть для меня Царство Небесное – это некий процесс Божьей работы с человеком. Это процесс, которого раньше не было. Потому что и когда Иоанн Креститель говорит, что «покайтесь, и приблизилось к вам Царство Небесное», до этого, вот этого процесса с людьми не происходило. Бог не приходил к человеку и не занимался тем, чтобы менять его образ жизни. Почему? Потому что был дан закон. Просто закон был дан Моисей, и все. И человек жил просто по закону и опираясь на его праведность. И спасался
тем, что исполняет этот закон. Но когда пришли времена Нового Завета, когда пришел Христос, пришли перемены, пришло вот это Царствие Небесное, в котором Бог будет желать тебя менять. Должен проходить вот этот процесс по твоим переменам, чтобы твои мысли менялись, твои желания менялись. Ты будешь находиться в Царстве Небесном, и оно будет находиться внутри тебя. Каким образом? Что Дух Божий через Слово, Он будет внутри тебя пытаться провести работу по перемене твоей. По перемене твоей природы, по перемене твоих мыслей и по перемене твоих действий. И здесь написано, что так будет при кончине века, что придут ангелы и отделят злых и среди праведных. И вот в этом Царстве Небесном были написано не только праведные, там были и злые. И, ну, просто их потом отделят. Произойдет вот эта работа, и написано, что их вергнут в печь огненную, где будет плач и скрежет зубов. Опять говорится об аде, опять говорится о том месте, где произойдет окончательный суд над тем, кто поклоняется тому, кто однажды возгордился против Бога и кто не захотел поменять свои мысли тогда, когда Бог в виде Царствия Небесного предложил человеку это сделать, покаяться. И здесь еще одна история, где говорится, где Иисус открывает вот еще одну сторону Царствия Небесного. Что же это такое? То есть это Царствие Небесное, это там, где находится Бог, но для того, чтобы нас менять, для того, чтобы нас отделить злых от праведных. Дальше посмотрим в Матфея, здесь в 20 главе. Притча о работниках в винограднике. Я не буду ее читать, она большая, я просто коротким сейчас коротко опишу, что здесь написано. Здесь написано, что Царствие Небесное подобно хозяину, который вышел рано поутру нанять работников. И написано, что одних он нанял в одно время, вторых попозже, третьих еще позже, четвертых еще позже. Но когда они получали награду, все получили одинаково. То есть те, кто работал целый день, получили то же самое, что те, которые только что пришли, и, может быть, даже лопаты не успели в руки взять, им сказали, все, рабочий день закончен, но все равно получите то, что я вам обещал. И здесь написано, что этой истории, это Царствие Небесное этому подобно. То есть внутри Царствия Небесного будет обещана какая-то награда для людей, но люди будут вести себя таким образом, что они будут там работать, они будут там что-то делать, но они в конце концов будут недовольны, будут роптать на то, что им не принадлежит, потому что дальше в конце этой истории хозяин, вот этот, который нанимал этих работников, он говорит тем, которые были первыми, которые были недовольны. Он сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать вот этому последнему то же, что дал и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые будут последними. Ибо много званых, но мало избранных». И это еще одна характеристика Царствия Небесного, что может в нем происходить, что нам показывается на нашу человеческую натуру, на нашу человеческую природу, какими мы можем быть людьми, что мне на самом деле вот эта притча, эта история однажды помогла. Однажды я поборол внутри себя вот эту проблему, которая была вот у тех, которые были первыми. Я просто вспомнил об этой притче, об этом слове, которое я однажды читал, и мое понимание поменялось, мой образ мысли поменялся. И я, можно сказать, покаялся вот в этой ситуации, потому что я был тем человеком, который роптал и был недоволен от того, что
кто-то получал награду такую же, какую я, хотя сделал меньше, чем я. Но когда я вспомнил об этой притче, я успокоился, и у меня все встало на свои места. И для этого нам дано слово, чтобы нам помогать и работать с нами таким образом, чтобы мы менялись, чтобы мы начали понимать того, что не понимали раньше. Таким образом, Царствие Небесное к нам приблизилось, чтобы производить в нас именно работу по перемену нас. И даже в Матфея же, там 25 глава, это здесь притча о мудрых и неразумных девах. Здесь напомню, не буду тоже ее читать, напомню, что в этой притче описываются 5 мудрых дев и 5 неразумных. И как я понимаю, что если все эти девы ждали жениха, тогда для меня здесь речь идет о церквях христианских, которые были мудрыми и неразумными по этой притче. И здесь и также написано, тогда подобно будет Царствие Небесное 10 девам. То есть Царствие Небесное подобно 10 девам, где будут не только 5 мудрых, хороших, которые сделали все правильно, вы там масло заготовили, вовремя там все это все подготовили, пришли навстречу с женихом, и жених их встретил, и все у них хорошо закончилось. Не такое Царствие Небесное описывается. Здесь еще есть 5 других, которые тоже бы как бы являлись невестами, тоже как будто бы являлись тем, которые, может быть, хотели или подражали другим мудрым 5. Вот. И написано, что все они спали. И это нормально. Это неплохо спать. Потому что мы нуждаемся в сне. Мы все мы спим. Я не знаю ни одного человека, который бы не спал. Знаете кто? Какого он вообще постоянно спит? Да? Вот. Поэтому мы спим, мы все будем спать. Это нам нужно, сон нам нужен для восстановления. Бог нас такими создал. Неплохо спать. Но если ты будешь спать, это не значит, что ты одновременно будешь лишен бодрствования. Ты можешь бодрствовать. Когда ты можешь бодрствовать? С вечера, перед тем, как ты лег спать. То есть ты подготовишь с вечера свое пробуждение. Каким образом? Что вот эти 5 разумных дев, они позаботились о своем утре или тому моменту, когда они проснутся. Они заготовили все необходимое для того, чтобы, если в любой момент их настигнет вот эта ситуация, когда им нужно быть подготовленным к встрече, они все, что для этой встречи нужно, заранее подготовили и спали. Почему они не могут спать? Могут, пожалуйста, но ты будь готов для того, чтобы встретить Христа с тем, чтобы у тебя все было нужное для этого. И здесь написано, что этому подобно Царство Небесное, что в Царстве Небесном будут вот эти 5 неразумных дев, будут вот эти, может быть, церкви, если о них здесь говорится, неразумные, которые вели себя неправильно по отношению к жениху, вели себя не то чтобы неправильно, а во вред себе, потому что когда пришел жених, написано, что вот эти 5 мудрых, у них хватило масла, и они вошли. А те 5, перед ними, пока они там бегали, пока они суетились, пока они свои ошибки хотели исправить, они уже, может быть, что-то и поняли в этот момент, но уже было поздно. Понимать нужно было раньше, тогда наравне с теми 5 мудрыми нужно было понять, что им нужно, что Бог от них хотел, но они поняли это поздно. И человек в любом случае поймет, до человека в любом случае дойдет рано или поздно то, как должно быть. И потому что находясь в аду, человек, я как-то недавно говорил о Лазаре, да, и о богаче, потому что тот богач, он в аду все понял, он все понимал, все свои ошибки, он даже хотел все исправить и даже хотел помочь. Если не себе, то хотя бы там своим родственникам, но он понял не в тот момент, когда надо было понять. Ему нужно было понять тогда, когда Бог хотел от него, чтобы он это понял. Но в тот момент его воля была другая.
Он хотел думать о своем, жить по-своему, а когда понял, двери запрелись. И вот написано, что в Царстве Небесном двери запрелись, и вот в этом Царстве Небесном, о котором здесь написано, он им скажет, жених. Вот они, 11 стих. «После приходят профи и дева и говорят, Господи, отвори нам. Он же сказал в ответ, истину говорю вам, не знаю вас». И это вот Бог в Царстве Небесном говорит такие слова людям, которые являлись теми, которые его как будто бы ожидали и верили. Он говорит, я не знаю вас, не знаю. Поэтому что такое Царство Небесное? Для меня Царство Небесное – это то, где ты по своему решению, добровольному решению, по своему желанию делаешь царем того, кто будет действительно являться царем твоей жизни, твоих мыслей, твоих желаний, что это будет царство, где царем будет Господь, тот, который им и должен являться, которым он является. Почему? Потому что тогда у тебя, если в твоем царстве небесном, которое внутри тебя, ты царем сделаешь Христа, потому что ты должен это сделать, каждый должен это сделать, тогда царствие небесное в твоей жизни будет иметь победу. То тогда вот этот процесс по перемене внутри тебя, Царствие Небесное, оно будет тебя менять. И оно будет производить ту работу, для чего оно было послано к нам, в нашу жизнь. Написано, что оно приблизилось когда-то, да, но потом, после того, как оно приблизилось, Иисус говорит, что оно уже внутри вас. Что значит внутри вас? Это духовная сфера, как я уже сказал, повторюсь, в которой мы пребываем и в которой мы перерождаемся, мы меняемся. Должен быть этот процесс, где меняются наши мысли и наше понимание. Вот. И в 13 главе Матфея здесь же Иисус, он вот ученикам своим, он им рассказал все вот эти притчи, все вот эти истории. Он им говорит, 51 стих, Иисус спросил их, Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Я спрашиваю вас, поняли вы все это? Ну, не надо говорить мне, так, Господи, скажите это. Вот. И он говорит, они говорят, поняли. Но если поняли, тогда он дальше говорит, тогда он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит и сокровищницы своей новые и старые. То есть вот книжник, который научился Царству Небесному, понял, что это такое, он должен из сокровищницы своей выносить старые, новые. Для меня это идите и научите все народы, когда Иисус говорит ученикам, что достаньте все оттуда, потому что старое тоже будет полезно, как опыт. Если это старое является неправильным примером, то это будет пример, как не надо делать. Если это будет новое, тем более тогда новое, которое может ободрять и научать кого-то, это тоже нужно. Поэтому он говорит, Иисус, он их спросил, поняли ли вы, что такое Царствие Небесное? Что Царствие Небесное, на самом деле, это очень такая, ну, не то чтобы сложная, а как бы над этим надо размышлять, его надо вникать. Царствие Небесное – это там, где царем является Бог. Вот и все. Но это не значит, что там все закончилось. Написано, что там есть и соблазны, там есть и дьявол, да? Как мы читали, там есть и обман. Все там есть. Просто если там, в этом царстве, ты сделаешь царем Господа, то будет победа и будут правильные изменения. И для меня вот это вот приблизилось Царствие Небесное – это приблизился процесс Божьей работы с нами, процесс изменения наших мыслей для того, чтобы потом, уже после того, как поменяются наши мысли, последовал за собой и изменение образа жизни, дел. Но это не значит, что Царство Небесное – это конечная точка, куда мы должны прийти. Нет, это Царство Небесное – это просто вот такой вот
такой процесс, где есть присутствие Бога, но присутствие Бога, оно может быть разным. Оно может быть таким, что Он, как написано, что Он тебя возьмет и как рыбу хорошего рода положит в одну сторону, но это же самое присутствие Бога. Оно может быть таким, что тебя выкинет в огненную печь, где ты будешь сожжен, и где написано будет плач и скрежет зубов. Поэтому больше я не буду ничего говорить. Вот давайте сами размышляйте над Царством Небесным. И все, пусть Бог вас благословит.